По меньшей мере, один человек погиб в результате сильной грозы, разразившейся в Румынии. Как передает агентство Рейтер, жертвой непогоды стал житель Бухареста. В общей сложности удар стихии пришелся на 11 областей этой страны. Повалены десятки деревьев, сорваны крыши домов, заблокированы дороги, повреждено около 100 автомобилей. Спасателям поступило свыше 1000 звонков с просьбами о помощи.